Привет всем, с вами Лёша, и сегодня мы посмотрим на инвентарь вот этого челика. Короче, я его нашел просто в, ну, здесь вот у себя в истории сделок, я сижу тоже наклейки скупаю, вот, сейчас все этим занимаются, инвестициями в CSGO, не знаю, вы занимаетесь или нет. Ну вот я случайно зашел к нему в инвентарь и просто офигел, вот сейчас я вам все покажу. Смотрите, это китаец у нас получается, да? У него тут кейсы, поначалу идут, ничего такого прям примечательного нету, кейсы запретные, решающие, револьверный кейс, он уже монетку купил, Стокгольм. Пропуск получается, да? Поначалу кажется, что простенький инвентарь, но как дальше вы будете листать? Во-первых, вот, смотрите, у него наклейки G2 закуплено. Я посчитал, у него здесь в инвентаре, не считая хранилищ, сейчас вы еще увидите, что там впереди будет. У него G2 наклеек здесь где-то получается, ну давайте сейчас посчитаем, 25, 50, 100, 125, 150, 175, 225, ну короче 250 где-то, только G2 наклеек, да, они конечно сейчас стоят копейки, но я так понял, это фанат именно G2, потому что у него дальше там вообще пипец идет, вот. Во-первых, у него тут есть хранилище. Смотрите, вот у него начинается хранилище. Вот. Начиная с этой страницы, у него тут жесть идет. Ну, как жесть такое? Ну, у него почти половина хранилищ пустые. Здесь хранилище вот эти пустые, пустые, пустые. Все пустые, я не знаю, что у него там было. Вот у него, смотрите, хранилище. Это наклейки G2, у него здесь 300 наклеек, плюс здесь 1000 наклеек G2, понимаете, да? И еще 1000 наклеек G2, и неизвестно, когда он это покупал. Скорее всего, он покупал именно, ну, недавно, потому что, ну, G2 наклейки сейчас дешево стоят. У него получается 2300... где-то, ну еще у него валяется так, да, когда он посчитал, 250 или сколько, 300, ну у него где-то 2500 наклеек, только G2, другие наклейки я не знаю, есть у него, вот у него еще, смотрите, есть, а подождите, у него 3000 наклеек, минимум это, понимаете, но это минимум, сейчас G2 вроде бы стоит, давайте я посчитаю, G2 я покупал по рубль 3, рубль 50 вроде бы, 3000, ну допустим 3300 только в этом, по 4, ой, по рубль 50 даже, вот, по самой низкой цене, да, у него 5000 только в этих вот трех хранилищах просто вот лежат, это в наших рублях, да, если что. Смотрите, еще одно хранилище G2, получается раз, 2, 3, 4 тысячи, у него минимум там 1700 лежит, только наклеек, я имею в виду, короче, у него где-то около, да, получается 4000 наклеек, 4500 наклеек, это только G2, понимаете, челик фанат G2 походу, но это минимум 7000 рублей, плюс есть тут нож. Я не знаю, сколько этот нож сейчас стоит, но вроде бы где-то штук 8, может 9 стоит. Ну это такое, да? Ну, дальше у него тут есть азимов. Ну азимов такое. Смотрим дальше. Инвентарь просто. Опять хранилище, смотрите. Здесь что-то 390. Я не знаю, что это. Здесь 800 чего-то. GL. Что такое GL? Возможно, это... Это тоже наклейки, скорее всего. Здесь КПК у него... Смотрите, сколько еще хранилищ. Я не знаю, но может у других людей еще больше хранилищ.
Да, звуки G2 еще 2000. А, кстати, у него там какие G2, интересно, по 1000 наклеек? Это я сейчас считаю именно RMR-ки, понимаете? А, смотрите, он уже закупает G2 2021. Видите, он реально полный фанат G2. Он даже покупает G2 2021, который сейчас стоит, кстати, нифига не дешево, потому что, ну, сейчас же скидок еще не было, и не факт, что они вообще будут, да? Новые-то наклейки вроде как получше выглядят. Но это не важно. Короче, смотрите, он уже закупает 280. Скорее всего, у него здесь еще хранилище 10 будет готовы для G2 2021. LC, смотрите, 1000. Natus Vincere он купил. 100 LC, я не знаю, что это. Может быть, но это, скорее всего, тоже какая-то команда. Наклейки. LC, смотрите, 594. Чел, короче, закупается. Смотрите, еще хранилище. Это уже третья страница хранилища. Вот здесь было раз страница хранилища. Два. Ну, не полная, я имею в виду, да? Три. Здесь конг какой-то, я не знаю, что. Тысяча, смотрите, опять. XX, тысяча. Я не знаю, что это. Вот, и он докупает это, смотрите. Тысяча, X. X еще 1000, X еще 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5 ящиков с какой-то командой X. Что у нас на X есть? Скорее всего, у него тоже какие-нибудь дешевые там наклейки, но даже если взять самые дешевые по рублю, то понимаете, это минимум 5000. Так, не знаю, наверное, X ничего. Нет, так ничего не найдешь. Я хотел посмотреть, какая команда на X. На X нету либо команд. Так, это не знаю, что у него тут. H8, H7, что это такое? Смотрите, H6 510. 1000, H5, 1000, опять что-то по 1000, смотрите, 1, 2, 3, 4. Это, скорее всего, наклейки RMR, потому что они сейчас самые дешевые. Я думаю, что это, скорее всего, они, но я не уверен. Может быть, это он перепутал G2 опять, возможно, но это, хотя нет. 350Z. Вот, все, у него здесь заканчивается. Смотрите, если написать у него хранилище. Смотрите, у него, вот я вам уже показывал, да, там 5 или 6, 4 хранилища с G2, потом там еще 5 или 6 хранилищ с LC, да, или с чем там было. Смотрю, вот, с буквой X. Еще какие-то были, я уже все забыл. У него получается, у него 25, 50, 60 хранилищ. Понимаете, да? У него как минимум хранилищ на 100 долларов. Только вот этих ящиков. Даже если они пустые, понимаете? Пустых ящиков. 60 ящиков умножаем на 144 рубля сейчас хранилище стоит. У него 8000 рублей лежат только вот в этих сраных ящиках. При этом у него в них еще лежат какие-то наклейки, скорее всего. Джон вот тут написано, смотрите. Здесь нельзя же сортировать хранилища, которые пустые, а которые... Да, тут все будет... Ну, как покупал хранилище, так они и будут отображаться примерно. Ну, вот смотрите, вот дата изменения. Видите, он все это недавно делал. Скорее всего, да. Вот. А нет, вот смотрите, тут в мае есть. Он в мае что-то закупал. В мае в количестве 1000. Ну, скорее всего, он RMR тогда закупал, потому что в мае или в апреле скидка была на RMR. Здесь, скорее всего, RMR точно. При том, что сейчас RMR наклейки еще дешевле стоят, чем они стоили в мае, понимаете, да? А он тогда покупал, получается, их по 6, по 8 рублей. Представляете, он покупал вот наклейки по 1000 штук.
которые стоили по 8 рублей. Он просто берет 8 штук на 8 тысяч рублей, берет, покупает там 1000 наклеек какой-то одной команды и закидывал вот так в ящик. Я не говорю, что это прям самый такой жесткий чел. Просто, ну, смотрите, у него 60 хранилищ, понимаете, да, я вам только что показал. У него там в каждом хранилище, у него 4 или 5 хранилищ с командами G2. Какой-то жесткий фанат G2 команды. Плюс я вам еще показывал, что у него тут наклеек. У него просто жесть, смотрите. У него просто здесь, я не знаю, 5000 наклеек, наверное. Это, сколько я там посчитал? 4500 или 5000? Это минимум, понимаете, да, у этого китайца. Оп, короче, его зовут. Кому интересно, зайдете в инвентарь, посмотрите. Я просто случайно челика нашел. И у него в каждом тут хранилище вот эти G2, наверное. Возможно, там у него есть какие-то другого турнира. Не по рублю, а которые еще дороже, понимаете? Короче, вот так вот. Пипец, жесть. Ладно, я... Хотя он еще на Авихолу уже купил одну. И 100 голя. Может, он это просто выбивал с трех капсул, скорее всего, да? Да, это он, скорее всего, просто открыл три капсулы и все. Ну... Я не говорю, что он жесткий, я просто, ну, по сравнению с моим инвентарем, в котором ничего нету, кроме наклеек РМР, которые копейки стоят, у него вообще пипец. Меня больше всего удивило именно количество хранилищ, понимаете, то, что они почти все забиты. И, скорее всего, он сейчас будет все это забивать, он же это все готовит. Я не знаю, почему, он, наверное, прям по 100 тысяч будет наклеек закупать, я думаю. Я давайте даже, кому интересно, я могу через... Ну, через месяц еще раз зайти в его инвентарь и посмотреть, что там. Мне кажется, там будет 100 хранилищ в следующий раз у него. И они все битком, наверное, будут забиты. Там G2 и, может быть, еще какой-то там непонятный там X у него есть еще здесь. Короче, вы поняли, да? Что этот какой-то челик жесткий именно по хранилищам. Может быть, есть еще, ну, не жесткие. Ну, я имею в виду, что вот фанат G2 и с большим количеством хранилищ, понимаете? Вот. Кому было интересно, как бы... пишите свое мнение об этом инвентаре. Давайте буду делать вот такие вот мини-обзоры на инвентаре. Может, вам интересно будет. Можете написать, каков у вас инвентарь, или, может, захотите тоже показать свой инвентарь. Может, у вас тоже там все битком в хранилищах. Забито там по 100 миллионов наклеек. Интересно же, все равно прикольно смотреть, что у других людей куплено. Просто по сравнению, вот я свой инвентарь сравнил, и мой вообще очень бедный, понимаете, да? По сравнению вот с этим, вот как минимум с этим китайцем, который вообще ни разу не популярный. Вот его зовут Хоуп. Короче, все, я думаю, на этом... Как бы все. Всем спасибо за просмотр и пока.